Белый аист – крупная болотная птица из семейства аистовых. Общая характеристика: белый аист – самый известный из аистов. Это белая птица с черными концами крыльев, длинной шеей, длинным, тонким, красным клювом и длинными красноватыми ногами. Когда крылья у аиста сложены, создается впечатление, что вся задняя часть тела аиста черная. Отсюда его украинское название – черногуз. Самки по окрасу неотличимы от самцов, но несколько меньше. Рост белого аиста составляет 100-125 см, размах крыльев 155-200 см, масса взрослой птицы достигает 4-5 кг. Продолжительность жизни белого аиста в среднем составляет 20 лет. Внешне на белого аиста похож дальневосточный аист, но в последнее время он считается отдельным видом. Белый аист – один из символов Украины, Белоруссии и Польши. Распространение белый аист обитает в Европе и Азии, зимой в Индии, тропической Африке. Популяция аистов, обитающих на юге Африки, оседла. Также не улетают на зимовку некоторые аисты, живущие в Западной Европе, в местах, где относительно теплые зимы. На зимовку белые аисты летят двумя маршрутами. Птицы, живущие к западу от реки Эльба, пересекают Гибралтарский пролив и остаются зимовать в Африке между Сахарой и тропическими дождевыми лесами. Аисты, гнездящиеся к востоку от Эльбы, летят через Малую Азию и Израиль и остаются зимовать в Восточной Африке между Южным Суданом и ЮАР. На всех местах зимовок белые аисты собираются в тысячные стаи. Молодые неполовозрелые птицы иногда остаются в Африке на все лето. Перелет на зимовку аисты совершают днем. Они летят на большой высоте, часто паря. Для этого они выбирают самые удобные в аэродинамическом отношении маршруты. Над морем аисты летать избегают. Образ жизни белые аисты, обитатели низменных лугов и заболоченных местностей, нередко гнездятся возле человеческого жилья.